face of your greed. Your son and your daughter, what you gonna do when there's blood in the water? РБУ-6000, Смерч-2, устанавливаются на танки Т-80БВ, тягачи МТЛБ и автомобили Урал-4320. Естественно, это самоделки на коленке. Вес установки 3,5 тонны. Стрельба ведется из 12 трубчатых 212-мм направляющих. Вес снаряда глубинной бомбы РГБ-60 113 кг. Слава Украине! Feet, we get